47-м регионе нашего пути, мы сегодня заканчиваем Приволжский федеральный округ. До этого мы проехали по Северо-Западному, Уралу, Дальнему Востоку, Сибири, сейчас Приволжский. И дальше у нас путь на Центральную Россию, Южный, Кавказский, и заканчиваем мы нашу инспекцию в Крыму. Вот наша инспекция создана для того, чтобы контролировать исполнение указа президента об удвоении объема строительства ремонта работы. Относительно других регионов Приволжского федерального округа, оценка сторон? Мы обычно не очень так соизмеряем один относительно другого, у нас скорее эмоциональная оценка. Дело в том, что мы соизмеряем относительно требований нормативов, насколько все отличается. Вот в Саратове даже новые дороги, которые были построены, находятся в ненормативном состоянии. Это очень печально видеть, потому что во многих городах с плохим состоянием дорог, например, даже в городе, там, пускай даже возьмем в Уфе, там есть и хорошие, и плохие дороги. Но те, которые были отремонтированы недавно, видно, что о них заботятся, они находятся в хорошем состоянии. Здесь же мы видим, как в целом дорожная сеть города находится в плохом состоянии. Мы колобашку можем положить практически на любой улице. И те, которые дороги были построены недавно, находятся уже, есть просадки и ямы. То есть за этими дорогами надо обязательно следить. Ну вот вы так много городов уже проехали. Фотографируете, прикладываете колобашки какие-то, да, записи делаете. Да, мы... Результат какой-то конкретный вот... есть в вашей инспекции? Может быть, какую-то дорогу вы можете сказать, что да, благодаря нам уже... Ну, например, в Казани мы были неделю назад. Там проехали по гарантийным и разным улицам, нашли ямы. Ну, нам скорее даже повезло, что мы их нашли. Нам уже прислали отчет о том, что все замечания исправлены. Еще не дожидаясь того, как мы отправим запрос в органы власти. По состоянию плачевному дорог мы имеем опыт обращаться не только в администрацию, но и в контролирующие органы, для того, чтобы они уже принимали меры более жесткие по отношению к тем, кто допускает вот такое халатное отношение к состоянию дорог. Последний вопрос задам. В Саратове, вот те ямы, которые мы увидели, по итогам этой инспекции, что будет? Мы видим из результата общения с администрации, прокуратуры города и области, что прокуратура работает лучше, чем тоже даже ГИБДД. Поэтому мы отправим все замечания в прокуратуру для того, чтобы они приняли меры, вышли в суд и обязали администрацию отремонтировать эти дороги за свой счет. Потому что мы сейчас находимся в такой ситуации, когда ремонтировать дороги, построенные некачественно, накладно вдвойне. И подрядчики должны отвечать за свои гарантийные обязательства. Поэтому здесь все недостатки, которые мы увидели, должны быть отремонтированы за счет подрядчика. Никаких бюджетных денег не должны потратить. Спасибо большое.